В этом году колледж выпустил 58 специалистов, обучавшихся на 10 отделениях. Среди них инструментальное, исполнительное, вокальное искусство, теория музыки, социально-культурная деятельность, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, библиотековедение, хоровое дирижирование. Необходимо отметить, что из 58 выпускников 20 получили дипломы с отличием. Много добрых слов в этот вечер прозвучало от них в адрес преподавателей колледжа. Спасибо всем преподавателям, которые нас воспитали и вырастили. Как музыкальное образование они нам дали, так они нам дали просто эстетическое воспитание, чтобы просто идти дальше по жизни. Спасибо им огромное. Здоровья, долгих лет жизни, счастья. Хочется выразить огромную благодарность всем моим педагогам за ваш труд, за ваше терпение и бесконечную любовь к своему делу. Студенты младших курсов подготовили для виновников торжества праздничную концертную программу. Последний мастер-класс для них дали на сцене и их преподаватели. В наше непростое время, чтобы связать свою жизнь с искусством, нужно быть по-настоящему ему преданным. Но, как говорится, не хлебом единым жив человек. Жалко бывает с ними расставаться, но ничего не поделаешь, они растут, они выбирают свой путь, свою дорогу, и мы можем пожелать им только счастливого пути. Не останавливайтесь, дорога предстоит длинная, и я очень хочу, чтобы вы были востребованы в этой профессии. Я обращаюсь к родителям, которые сидят здесь в зале, и вам огромное спасибо за ваших детей.